Что здесь можно было не сделать, Александр Петрович? Так вот, вы мне вопросы задаете, а я сижу и думаю, что я должен отвечать на такие каверзные вопросы. Потому что сделано много, но не сделано еще больше. К примеру, из 38 фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц области как минимум 9 в ближайшее время предстоит отремонтировать и оснастить оборудованием. Прямо на совещании прикинули, на каждый потребуется около 25 миллионов рублей. Итого, только на сельское здравоохранение потребуется 250 миллионов. Предстоит закупить и 210 квартир для детей-сирот, которые в этом году закончат учебные заведения. А ведь помимо этого, дамокловым мечом висят над местным Белым домом и судебные решения по предоставлению квартир орловских сиротам. Плюс не все гладко в Орле со строительством новых спортивных объектов. Сколько у нас в Орле физкультурно-оздоровительных комплексов? Один или два? На Угорке один, знаешь, синий. Спортивный комплекс у нас 3/4 школа, то есть там находится ДЮШ-3, футбольная школа. Больше ничего нет. Нет. А вот и говорят, вот и как раз надо доказывать, что у нас в городе больше ничего нету. Что у нас 450 лет впереди. И 4 как минимум надо отвоевать. А отвоевать областные власти собрались 4 запланированных физкультурно-оздоровительных комплекса. Деньги на их строительство должны были поступить из федерального бюджета. Однако из-за Олимпиады, Универсиады и Чемпионата мира по футболу стали экономить на всех регионах. Орел первый в списке тех, кому придется поумерить свои аппетиты. По этому вопросу в Москву уже собирается делегация. Очень прошу вас поехать. Со мной встретиться с министром. Да, с вами я хоть на край света. Готовьте мне материалы для встречи с Мутко. Все задачи, которые они перед нами ставили, мы выполнили. Выполнили абсолютно все. Чего еще надо им? Ну пусть говорят, мы еще выполним. Деньги, все упирается. Быть или не быть новым спортивным объектом в Орле пока под большим вопросом. Но при таком положении дел их строительство может отсрочиться и до 2016 года. Ирина Комнатная, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».